Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Обладатели этого имени всегда беспокоятся о будущем и отличаются достаточной практичностью. Эти люди могли бы без труда достичь успеха и накопить состояние, занимаясь бизнесом, но такого рода карьера не принесет им удовлетворения, поскольку их важной целью и всепоглощающей внутренней потребностью является поиск истины и совершенствование своего «я». Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Упрямство и завышенная самооценка мешают обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Это имя наделяет упорством и реалистичными планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. Такие люди держатся с аристократическим достоинством и всегда сохраняют определенную дистанцию по отношению к окружающим. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Такие люди всегда имеют свое мнение и имеют его отстаивать. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.